Ты помнишь? Помни, кто тебя научил преодолевать усталость и лень, кто научил владеть своим телом, своими мыслями, кто тебя научил технике движения и технике ударов. Ты взрослеешь, а движение становится сложнее, тренировка интереснее. Ты изучаешь новые стойки, новые блоки, новые удары. Ты изучаешь технику спарринга, и ты поднимаешься по лестнице тхэквондо. Ты помнишь? Все время с тобой шел бок о бок один человек. Видел, как ты взрослел, набираясь опыта. Видел твои взлеты и падения. Он давал нужный совет. Он поддерживал тебя, когда было трудно. Помогал тебе стать лучше, стать сильнее и набраться больше опыта. Ты помнишь? Он знает, что у тебя лучше получается, и знает, с чем тебе еще нужно поработать. Вместе с тобой он переживал твой первый проигрыш, вместе с тобой радовался твоей первой победе. Ты помнишь? Он помнит, когда ты совсем маленький пришел к нему на занятия, когда одел свой первый табок. Он помнит, когда ты первый раз аттестовался на поезд. Ты поднимался в его глазах, и он старался передать весь свой опыт, все свои знания, силы. Он помнит, он не забудет. Ты для него очень дорог, так же, как и остальные ребята, занимающиеся с тобой. Возможно, кто-то из вас пойдет по его стопам, станет передавать знания другим, знания жизни, знания силы, знания тхэквондо.